Здорово всем. Маленькое видео и маленький эксперимент. Многие говорят, что вот это вот фигня. Коллиматор, вот это вот все. Вот я сейчас попробую. Здесь примерно аж 20 метров, между прочим. Вот, но здесь есть как бы лазер. А я его включил. Вот, если лазер, мне сказали, у камеры не светит, поэтому не буду. Но от фонарика сейчас толку нет, конечно. А лазер я увижу. А лазер я не знаю, увижу или нет. Лазер я на 20 метров даже не вижу. Поэтому я буду просто стрелять с коллиматором. Вот. В очочках для вождения. Ну, просто проверяем. Патроны, по-моему, да, Hunter Arms. Еще у меня где-то совы немножко было во втором длинном магазине. И я буду просто быструю серию пробовать. И все. Кстати, многие спрашивали, зачем коллиматор. Вот зачем. Что-то длинный фармовский магазин на защелку не поставил. А ну-ка проверяем еще раз. Поставил. Ну, небольшой затык только на Hunter Arms. Это, по-моему, сова была или тоже Hunter Arms. Я уже не помню, какие я зарядил. Не, все-таки это тоже был, да, по-моему, Hunter Arms. Ну, то есть из здесь у меня было 15, по-моему, а там 10 штук. Не, вру, 12, а в том было 10. 22 патрона, один затык, и где-то он валяется. Еще выпал. Так что, в принципе, коллиматор. Сейчас пойдем посмотрим, что я там накидал. А лазера не было видно. Лазера не было видно. Вот. И я с 20 метров его не вижу. Такие вот дела. Все. Подписывайтесь, делитесь. Ну, вот это вот. Все, ну вы поняли, да? О, накидал. Накидал. А ты куда целился? Я сюда просто. Не, ну, а, понял, целом. Где-то видно хоть пробитие? Долетело что-то? Кто, травмат? Да. Ну вот же они все. Ну, нормально. Вот есть. Если по человеку, вот, то вот. По-любому зацепишь. Ну, конечно, с 20 метров. Это вообще супер. Еще продолжение эксперимента. Hunter Arms во втором магазине у меня Савапе. Есть в увеличенном. И пробуем, собственно. Так, лазер у нас светит или не светит? А, вон я его вижу. Кстати, лазер. Целый патрончик был, кстати. Одну сбил, эту самую, поппер один сбил.
что-то быстро, быстро закончились. Я только во вкус вошел. Ну, один поппер сбил, а так, в принципе, нужно пристреливать. У меня лазер сейчас примерно выставлен в точку, где и стоит сам коллиматор. Не знаю, будет видно или нет. Ну, ладно, это я покажу в другой раз и в другом видео. Все, в общем, пока.